сожалению, они мои заявления не слышат. А вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся, ну, к восстанию, к революции. Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, ну, мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, которых этот больной генерал, если я понимаю, что об этом речь говорил, что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны, ну, они так это называют. А на самом деле, ну, мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят. Это идет очень серьезная, продолжается информационно-психологическая война. Уже недостаточно сказать информационная война, информационно-психологическая война, потому что уже очень четко видно, что в ее осуществление включены серьезные профессионалы. Ну а серьезные профессионалы, мы знаем, где они находятся. Как правило, это спецслужбы. И, конечно, эти спецслужбы ангажировали и наших беглых, которые играют свою роль. Ну а что касается польского генерала, это не первое его заявление. Почему он сейчас решил о себе напомнить, ну, наверное, только ему известно. Но, как заявил президент Республики Беларусь, мы этих людей всех знаем, кто что готовит, кто чем дышит. Кстати, постоянно на такой регулярной основе и средства массовой информации показывают замыслы этих людей. Поэтому я больше это отношу к тому, чтобы попытаться оказать психологическое давление на наших людей, на наше общество, вызвать какую-то неуверенность. А тем очень много, ну, в том числе и вот эта тема, связанная с нарастающей террористической угрозой. Это очень, очень серьезная тема, серьезный вопрос. Давайте вспомним информацию, которая тоже недавно появилась, о том, что на границе с Сирией, Иорданом и Турцией Соединенные Штаты имеют соответствующую базу, где готовятся террористические группы, которые направляются не только в соседние с этой базой страны, но и в Российскую Федерацию. Нельзя исключить и то, что они могут быть нацелены на Республику Беларусь. И вы знаете, перелопатив эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило? То, что до сих пор есть вопиющие проблемы, простите за слово, бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах. Стены, потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети. Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети. Мы начали эти проверки и систему здравоохранения вот так пристально, внимательно с лета 2022 года, когда было поручение президента. Наверное, таких масштабных проверок, таких дотошных, тщательных проверок раньше органы прокуратуры не проводили. И система здравоохранения, наверное, таким проверкам не подвергалась последние годы так точно. Уже вот в августе 2022 года по, скажем так, горячим следам министру здравоохранения генеральный прокурор предписание вынес по поводу наведения порядка на ФАПах, что касается ФАПов и амбулаторий в сельской местности. Потом проверки продолжились, итоги были доложены президенту в конце 2022 года, было поручено провести контрольные проверки. Конечно, ну, говорить о том, что все совсем плохо в системе здравоохранения, что везде ужас, везде там страшные вещи происходят, конечно, нельзя. То есть система, что и отметил президент, система работает, система свою эффективность в целом как бы доказала.
Это касается и темы ковида. Если мы посмотрим на экспорт медуслуг, на другие, допустим, вопросы, это же касается и там, обеспечения кадров. Постепенно вопросы все эти решаются. И помощь людям оказывается. И что самое главное, государство сегодня гарантирует бесплатную медицинскую помощь. Но вместе с тем, недостатки и вот такие вещи вопиющие, недостатки системного характера, они были выявлены. Ну, понимаете, условно говоря, приведу на такой пример. Витебская область, значит, в Витебском районе были участковые больницы. Так вот, в этих больницах лечение пролечено было за год там порядка 4000 лиц. Ну, это в основном люди преклонного были возраста. Вот если посмотреть, допустим, там, фотографии, то что из себя представляла эта больница? Это помещение, требующее ремонта, где на углах внутри плесень, протекающие крыши, санузлы, в которых нужно идти принимать гигиенические процедуры, без плитки, обшарпанные, все страшное, грязное. Такие были факты. В одной из центральных районных больниц в отделениях нашли, тараканы бегали. Окна закрыты, открыть нельзя. Опять же, где-то плесень, пищеблоки в непригодном состоянии. И надо сказать, что вот эти факты, и в том числе результаты внутренней как бы, проверки самой, которую проводил Минздрав уже по этим фактам, они обсуждались достаточно детально на коллегиях, которые проводил Минздрав. Мы там присутствовали. То есть этим всем недостаткам и тем нарушениям, которые были установлены, оценка вроде бы была дана. И задача была проверить, посмотреть эффективность мер по устранению. Конечно, был огромный план, он есть этот план по устранению недостатков, но контрольная проверка показала, что на местах далеко не всегда выявленные нарушения были устранены. Порой, приезжая в то же учреждение здравоохранения, там становилось В отдельных случаях еще хуже, чем было. Хотя там порядка тысячи лиц по требованиям прокуроров привлечено к дисциплинарной ответственности. То есть прокуроры у нас внесли порядка 500 актов как в учреждения здравоохранения, в органы исполнительной власти, потому что все-таки на районном уровне это исполком, и на областном уровне это исполком, управление по здравоохранению. Они должны принимать решения, принимать меры по наведению там порядка. Пускай единичные, но случаи, когда, допустим, не надлежащая оказывалась помощь, либо в помощи просто отказывалась. У нас есть пример такой, когда в одном из райцентров мать привезла в больницу годовалого ребенка, которому домашнее животное откусило ногтевую фалангу пальца. Привезла, а врач не вышел. Врач просто не вышел, какая-то элементарная помощь средним персоналом была оказана. Мать взяла этого ребенка, взяла этот ноготь, значит, ногтевую фалангу, поехала в Минск. Ну, было уже поздно, спасти уже палец было нельзя, поэтому, конечно, Генеральная прокуратура по этому факту была возбуждена уголовное дело, расследуется оно сейчас, и оценка будет дана, конечно, в ходе следствия. Поэтому, ну, вот таких фактов их много, ну, как бы фактов не надлежащей работы системы здравоохранения и условий в медучреждениях достаточно много, поэтому, ну, все это, конечно, и вызывает, я так понимаю, такую реакцию. Вот не надо России опускать низко голову в связи с ситуацией сложившейся. Как раз Россия может стать очень сильным локомотивом и в ШОС, и в БРИКС в придании динамики развития этих организаций, ну и, возможно, о чем мечтает прогрессивное человечество в будущем, и объединение их. Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то, что тут Запад кричит во всех средствах массовой информации против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру. Россия идет в авангарде этих процессов, ну и мы рядом. Как я понимаю, рядом это мы, как и выражался президент, готовы стать и плечо к плечу, и спина к спине для того, чтобы защитить свои страны. Ну а в целом мы вместе с Российской Федерацией, и последнее развитие событий
по обеспечению безопасности союзного государства тому свидетельство. Это и организация и наращивание региональной группировки вооруженных сил в нашей стране. Это и серьезная подготовка вооруженных сил, это различные тренинги, иные мероприятия, связанные с укреплением обороноспособности как Республики Беларусь, так и в целом союзного государства. Ну а что касается многополярного мира, то действительно после начала специальной военной операции мир стал иным. Что я имею в виду? В первую очередь имею в виду те договоренности, те глобальные, ключевые, фундаментальные вещи, о которых договорились по окончании Второй мировой войны. Конечно же, Россия показала, что она не намерена больше отступать. Она предложила свой вариант обеспечения безопасности каждого участника. Мы также поддерживаем подход о неделимости безопасности. Не может быть больше для кого-то меньше безопасности. Поэтому Российская Федерация уже своим реализацией СВО она подтвердила, что она будет добиваться более справедливого мироустройства, что соответствует и интересам Республики Беларусь. Непростая тема преодоления национального эгоизма, который, как правило, выстраивается, конечно же, на национальных интересах. Но если государство вступило в межгосударственное объединение, оно должно себе отдавать отчет, что придется часть своих интересов национальных соотносить с интересами других стран, других государств. И вот это очень на практике сложная задача, как оказывается, и не только в ЕАЭС. Мы можем взять и другие объединения, ну вот бывшее объединение НАФТА, в которое входят США, Канада и Мексика. Там тоже постоянно возникают сложности, споры, недовольство, как правило, там или Мексики, или Канады в отношении Соединенных Штатов Америки. То есть вот эта проблема соотнесение своих интересов с интересами другими, она на практике решается непросто. Что касается ЕАЭС, то здесь в первую очередь имеется в виду, что наши главы государств в последнее время значительно ускорились в принятии многих очень важных решений, которые помогают развитию этого экономического объединения. Главы государств подписывают договоры, а затем эти договоры идут в национальные парламенты на ратификацию. И здесь вот часто возникает торможение. Кстати, это не касается Республики Беларусь. У нас в прошлом году было на рассмотрении 10 таких международных договоров, и мы все 10 ратифицировали. Что свидетельствует о том, даже вот эта цифра, свидетельствует о том, что ЕАЭС занимается развитием своей договорно-правовой базы и очень серьезно занимается. Здесь есть серьезная динамика. Поэтому вот преодоление национального эгоизма – это важнейшая сейчас задача. Если наши страны сумеют ускориться, как говорит президент, почувствовать вот то время, в котором мы живем, и физически почувствовать, что время, так сказать, немного, потому что каждое из объединений пытается найти свое место в этом формирующемся многополярном мире. И тот, кто будет работать оперативнее, быстрее, будет снимать барьеры в своих взаимоотношениях, не только в торговле, но и во взаимоотношениях, тот, конечно, окажется в лучшем
положений. Поэтому вот это одна из важнейших задач – суметь соотнести, сделать сопряжение национальных интересов и интересов нашей экономической организации. А у организации огромный потенциал, но и она должна решить очень много задач. Кстати сказать, вот вхождение Республики Беларусь в ЕАЭС серьезным образом помогло в том числе нашей стране выстоять в ходе 2022 года после введения просто обвала экономических санкций в отношении нашей страны. Здесь вот наша эта организация, она сработала вполне неплохо. И были приняты меры по обеспечению устойчивости экономик, были некоторые барьеры в торговле сняты, был сделан прогресс в, скажем так, увеличении и расширении промышленной кооперации. Вот сейчас на саммите ЕАЭС главы государств подписали очень важный документ, связанный с софинансированием промышленных проектов. Разрешается Евразийской экономической комиссии задействовать финансовые средства ЕАЭС для поддержки инвестиционных проектов, в том числе и прежде всего высокотехнологичных промышленных проектов. А таких вот в карте индустриализации ЕАЭС, а есть такой документ, где-то порядка 130 на общую сумму 270 миллиардов долларов. Я вам никогда за село не прошу. Никогда, запомните это. Прежде всего, губернаторы, я с вас шкуру сорву, но вы мне наведете там порядок. Если брать, условно говоря, опять же село, то вот прокуроры проверили у нас где-то более 900 ФАПов, амбулатории. В третьей из них были установлены нарушения. Где-то не было лекарств, где-то лекарства были, но условия хранения не соблюдались. Опять же, это были отсутствие воды, обрушающиеся потолки и так далее. И вроде бы надо принимать меры для того, чтобы эти ФАПы работали, людям помощь оказывали, но в прошлом году пару десятков ФАПов в стране закрыто, на этот год по планам несколько десятков закрыть опять же, и это идет по системе Минздрава. Такой подход, что понятно, что это все требует денег, и, наверное, как бы это ни было применительно к людям, может использовать такой термин, считать деньги, ну, сложно его использовать, но, наверное, в каждой деревне, где есть там 5-10 жителей, вот мы буквально в пятницу были, 10 жителей в деревне, ну, наверное, ты там ФАП держать не будешь, да, и там надо оказать людям помощь, доступность этой помощи другими путями. Но если там живет 130 человек, и там ФАП закрыт, вот, условно говоря, в Столинском районе, 130 человек живет, пожилой мужчина приходит, когда мы там были, и говорит о том, что мне в субботу привезут 5 внуков. Я всегда раньше знал, что мне можно пойти им купить. Но это жизнь. Где-то зеленку, йод, уголь и так далее. Ну, элементарные вещи. Уколоть укол какой-то, давление померить. Местные люди приходили на этот ФАП. Сейчас закуплен передвижной медицинский этот комплекс на базе там, автобуса, который в лучшем случае раз в неделю приезжает в эту деревню. Есть где-то графики, где он приезжает раз в месяц, раз в пару месяцев. Ну, конечно, о какой доступности можно говорить. В этих передвижных комплексах есть свои плюсы. Вот там можно, самое что важное, там можно сдать анализы. Допустим, сложные анализы, которые на ФАПе сдать нельзя, приходилось раньше ехать в райцентр, то в этом передвижном комплексе можно это сделать. Но лекарства там зачастую купить тоже нельзя. Ну и самое то, что он приезжает, я же говорю, там, раз, допустим, в неделю, да, ну, о какой доступности помощи говорить можно. И вот этот пример с этим ФАПом, закрытым в Столинском районе, да, рядом в деревне, относительно рядом, километров, по-моему, 6, есть ФАП. Вроде бы туда можно доехать, но
Вопрос, а чем? Автобус ходит рано утром и поздно вечером. Все, сообщения больше нет. Как ты туда поедешь? Поэтому, конечно, вот доступность этой помощи на селе, ну, она, конечно, вызывает такую озабоченность серьезную, потому что не у всех, далеко не у всех есть машины. Опять же, вот эти старики, которые приходили, у кого ноги болеют, у кого там еще что-то, ну, они не могут поехать в город. С точки зрения отношения местных органов власти, да, вот тот же, допустим, Столинский район, это вот самое свежее. Есть врач, который работает на этом ФАПе, но он объезжает деревни, которые находятся в зоне его обслуживания, на личной машине. Ты спрашиваешь, а почему он должен ездить на личной машине? А если бы у него ее не было? Ну, если бы не было, мы бы ему купили велосипед. Но велосипед хорошо, но, наверное, время сегодня такое, что есть уйма других каких-то средств передвижения, бензиновых, электронных. Так мы сегодня купить мобильный комплекс за 300 тысяч рублей, там, условно говоря, можем, а дать этому медику, который готов работать на селе, жить и обслуживать людей, какое-то средство, чтобы он передвигался по этому району, мы не можем. Ну вот элементарная вещь, элементарная. Только надо захотеть и принять решение найти, я уверен, что не огромные деньги для того, чтобы решить проблему. Если уж говорить откровенно, я как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов, так вот должен вам подсказать, что наше евразийство, Евразес нынешний, ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина. И действительно было так, вот он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хорош. Я помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма, хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе. Но, тем не менее, аж 28, по-моему, документов, Владимир Владимирович, мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла. Знаете, я тоже могу вспомнить один эпизод, связанный с созданием Евразес и потом в перспективе в переформатировании в Европейский экономический союз. Мы тогда эксперты, которые поддерживали идею укрупнения Евразес, чтобы ядро преобразовалось в более широкий состав стран, а ядро, напомню вам, это была Беларусь, Россия и Казахстан. И вот мы собрались тогда в Москве, участвовали очень важные эксперты, политики из Государственной Думы, из Совета Федерации, из правительства Республики Беларусь, и с Украины были представители. И уже тогда было, ну, это было 2003 год, 2004, уже тогда было видно, что Украина всячески, вот даже в этой дискуссии на более низком уровне, экспертном, она старалась уходить в сторону от обсуждения конкретных вопросов. Ну, а президент наш, он всегда умеет заглядывать за горизонт и очень чувствует ситуацию и политическую, и мировой расклад сил, какие силы фактически начали приходить к власти в Украине. Поэтому, конечно же, вопрос Украины – это, ну, сложнейшая тема. Я бы даже так сказал, для нас она болезненная, потому что мы по-прежнему украинский народ считаем своим братским народом. И, конечно, если бы мы были вместе, то, ну, представьте, даже вот
объединить ту экономику, которая осталась после Советского Союза в Украине, с нашими экономиками, мы бы были действительно очень мощным, мощным таким объединением и по количеству населения, и по природным ресурсам, по человеческим ресурсам, интеллекту. Но, к сожалению, история не любит сослагательного наклонения. Украина ушла в сторону, и вот Евразийский экономический союз, он сформировался в составе пяти стран. Но я вам хочу сказать, что все-таки есть и значительная нотка оптимизма. И это связано даже вот с тем саммитом, который проходил. Ведь приехал и президент Азербайджана, принимал участие в заседании. По видеоконференц-связи президент Мирзиёев и президент Таджикистана. Хотел бы особенно отметить то, что Узбекистан начал проявлять определенную активность в участии в мероприятиях Евразийского экономического союза. Это очень крупная страна, тоже с большим человеческим потенциалом, важная в геостратегическом, в военно-политическом отношении. Поэтому, наверное, вот результативность работы плюс изменяющаяся мировая обстановка, она будет способствовать к тому, чтобы страны начинали понимать, что их национальные интересы в том числе связаны с тем или иным объединением государств. Ну а ЕАЭС, я думаю, что, конечно, в первую очередь эта организация близка постсоветскому пространству, странам постсоветского пространства. Помните Сирию. Турция, Сирия, ну особенно Сирия меня беспокоила. Бедная, разбитая страна, война идет давно, землетрясение. Надо было помочь. Я распорядился перебросить туда бригаду, попросил Путина самолеты там и так далее. Спасибо ему, он предоставил эти самолеты, мы перебросили туда людей. Я понимаю так, что это в основном военные были, да, врачи? Слушайте, любо-дорого было посмотреть, и это не только ваша раса, там, президент меня поблагодарил за это. Война, какая медицинская помощь, там вообще ничего не было. И люди туда ринулись. Наши принимали всех. Кому таблетку, кому температуру, кому зуб удалили, кому еще. Но делали все, даже непрофильные специалисты. И там очереди, очереди, очереди были. Сутками работали. Самое позитивное отношение к нашим врачам. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы можем. Мы умеем, если нужно. Человеку ведь порой элементарное надо. И речь сегодня идет об этом звене. Сельчанин, малые города, агрогородки, районные центры. Об этих людях идет речь. Им надо такое отношение. Так это ж госпиталь переброшен за 1000 километров, мгновенно развернут уже. Какая там медицинская помощь, не знаю, но как довольны были люди. А у нас же в центре эти районные больницы, которые мы гладим, чистим якобы, как оказалось. Неужели район не может центральную больницу привести в порядок? Это без орла, без губернаторов и ваших подчиненных. Только в этом причина. Любой даст несчастную копейку для того, чтобы больницу эту привести в порядок, потому что сам туда когда-то загремишь. Бездельники. Смотрите, чтобы с прокурором не пришлось разговаривать напрямую. Вот эти полтысячи, более чем полтысячи актов надзора, они вносились как в адрес главных врачей, так и в адрес губернаторов. В том числе, если мы берем те же там
ФАПы, ну, понимаешь, если смотришь там, привести в порядок этот ФАП, повесить бойлер, который сегодня, ну, для бюджета района, ну, это копейки, там, покрасить эти стены, починить там потолок, убрать плесень, никто ж не говорит делать евроремонтом, абсолютно полностью строить там новое здание. Нет, элементарные, нормальные человеческие условия создать. Было бы желание, ну, очень много нарушений, недостатков, которые были выявлены, они есть. Те, которые, скажем так, системные, это, условно говоря, допустим, проблема с очередью на протезирование суставов, это сложный вопрос, тысячу людей, которые стоят на очереди, но объективно, сиюминутно ты им всем эту помощь не окажешь, потому что это достаточно высокотехнологичная операция, требующая денег в том числе. Но при этом есть масса вот таких моментов, которые буквально при желании там, за неделю, две, три месяца это все можно устранить и привести в порядок. Кажется, ну приедь, увидь и прими решение, чтобы это исправилось. И проконтролируй так, чтобы там был порядок. Если бы вот на местном уровне вот эта система контроля всего работала и был спрос, ну и, наверное, если бы там бывали руководители почаще сами лично, потому что, ну, если прокурор зашел там в этот ФАП, больницу, там еще куда-то, да, и увидел непристойные условия, ну, наверное, любой бы чиновник, в том числе и органов исполнительной власти, если бы он там бывал, то он бы увидел. Если бывал, видел и не принял мер, ну, наверное, в таком случае это, да, это какое-то наплевательское отношение. Тот же, допустим, председатель, его замы, они ездят по району, объезжают район по другим вопросам. Заехать, было бы желание заехать на больницу, на ФАП, на эту амбулаторию, всегда можно. Это буквально, ну, для того, чтобы, не будучи специалистом, не надо проверять там сроки годности лекарств и туда лезть, да, но в целом даже хотя бы. То есть это, ну, 5, 10, 15, ну, 30 минут займет. Поэтому все это, конечно, посильно. Сталкиваемся с тем, что мы сегодня показываем и по системе здравоохранения, и примерно такие же чувства какие-то схожие вызывает система в АПК, когда прокурор может доехать, показать, указать, найти, а местные органы власти не могут, не видят, так там они и собственник, ну и здесь, и там. Они еще, кроме того, что орган власти, так он еще и собственник. Собственник, поэтому, конечно, и люди, ведь мы потом говорим, там, почему медики там, или другие специалисты не хотят ехать на село, да, работать. Ну, первое, надо, чтобы было где жить, и условия работы. Но если врач будет вынужден на велосипеде в сельской местности зимой в дождь, в снег ехать в какую-то другую деревню, ну хорошо, кто-то там где-то подкинет, подвезет. Ну, а если так, ну как долго он выдержит? Закалиться? Ну, наверное, закалиться в какой-то степени. Но выдержит ли? Не факт. Усилиями наших западных оппонентов Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, превращается в институты давления и конфронтации. Становятся подручными собачками для западных государств. Мы считаем недальновидным и безответственным подобные действия. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она в значительной степени начала оказывать давление на Республику Беларусь, потому что эта организация находилась под влиянием, серьезным влиянием прежде всего не только Соединенных Штатов, которые, как ни странно, входят в европейскую организацию, а в первую очередь европейских политиков. Очень серьезное влияние начали оказывать Европейский парламент, евродепутаты, которые, в принципе, не имеют своей национальной повестки. Они отвечают и обслуживают, прежде всего, олигархические группы европейские и беспокоятся о том, чтобы на следующий срок сохранить свое место в парламенте, а это, скажем, достаточно хорошее место по финансовому обеспечению, по комфорту жизни. Их национальная повестка практически, вот, насколько мы видим, анализируем, те резолюции, которые принимаются Европейским парламентом, не интересует. Поэтому в последнее время очень много принималось
резолюции или непосредственно по Республике Беларусь, или нас, значит, включали в резолюции по Российской Федерации, абсолютно используя неправильную информацию, неправильно истолковывая факты, а в значительной степени занимаясь дезинформацией и распространяя фейки о нашей стране. И использовали этот инструмент для оказания политического давления, в том числе в ОБСЕ. Мы это испытали, парламентарии и национальная делегация в парламентской ассамблее ОБСЕ, в частности, в ходе последней сессии, зимней сессии, которая состоялась в Вене. Ну, началось с того, что мы не могли визы вовремя получить, потом нам в последний день выдали визы, но сократили срок пребывания в Австрии. То есть мы не смогли даже принять участие в последних заседаниях комитетов. То есть нет заинтересованности в развитии, продолжении диалога. Ну, конечно, сейчас значительно деградировала и международная система, и европейская система безопасности. Фактически утратили силу основные договоры в этой сфере. Все оказалось под обломками той политической линии, которую проводят Соединенные Штаты Америки и их сателлиты в Европе. Европа, к удивлению к нашему и неожиданности, я думаю, многих экспертов, оказалась полностью под контролем Соединенных Штатов Америки. Нет у Европы ни суверенитета, ни независимости. Мы видим это даже особенно на примере Германии, каким образом быстро разобрались с Германией и ее поставили на место с ее, так сказать, хорошим ростом ВВП в предыдущие годы, с дешевым газом, который она получала из Российской Федерации, таким образом обеспечивала этот рост и рост уровня жизни населения, что многие из европейских стран стремились приехать жить в Германию, уже не говоря о тех эмигрантах из Африки и других регионов мира. Таким образом, ОБСЕ просто стало инструментом США. С ООН несколько сложнее было, но, тем не менее, последние годы было заметно, насколько Соединенные Штаты пытаются, ну, так скажу, приватизировать и эту организацию. Ну, а когда началась специальная военная операция, то здесь уже, как говорится, все приличия были отодвинуты в сторону. И США вместе со своими сателлитами начала полностью проводить свою повестку в этой организации. Нет пока другой организации. Поэтому надо работать с тем, что мы имеем. Что мы имеем? Что Республика Беларусь делает? Вот сейчас мы выходим на голосование, чтобы получить место непостоянного члена в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. И вот даже на этом примере мы видим, насколько используются двойные стандарты, лицемерие в политике западных стран. Мы выдвинули свою кандидатуру еще в 2007 году по договоренности в Восточноевропейской группе, когда 24 страны фактически составили план, график вхождения в состав СБ ООН в качестве непостоянного члена. И вот 15 лет не было никакой конкуренции, все было хорошо, и Беларусь должна была бы вот сейчас, ну скажем, автоматически быть избранной в состав СБ ООН. Но состоялся 2020 год в Беларуси. И западные страны решили выдвигать Словению в качестве контрпартнера
для Республики Беларусь. То есть нарушили все договоренности. Да, они джентльменские договоренности, но они порой сильнее подписанных договоров. Для того, чтобы не допустить Республику Беларусь в состав СБ ООН. И это несмотря на то, что мы на протяжении 2017, 2018, 2019 годов очень активно доминировали в регионе в качестве действительно страны, которая вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и безопасности. Все признавали, ну, может быть, кто-то более откровенно, кто-то про себя это признавал, что Беларусь являлась донором региональной безопасности. Мы здесь провели более 3 крупнейших международных конференций, кстати, под эгидой Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Приезжали очень видные эксперты, политики. И тогда уже президент Республики Беларусь, выступая с определенными и с анализом, и с прогнозом, его анализ и прогноз, вот, особенно по Украине, подтвердился, ну, как говорят, не только 100%, но 101%. Он предупреждал о подобном развитии ситуации, если мировые политики, европейские политики не услышат вот те предупреждения, которые высказывались здесь, в Минске, в Беларуси и, в частности, главой белорусского государства. Беларусь будет оставаться в Организации Объединенных Наций, будет продолжать проводить свою линию, реализовывать свои инициативы, а у нас их очень много, это и борьба с торговлей людьми, это и продвижение энергетической повестки, это и поддержка ценностей традиционной семьи, это и молодежная повестка. То есть очень много тем, над которыми наша делегация работает в Организации Объединенных Наций и получает одобрение. Одна из последних инициатив, вот сформирована группа друзей устава Организации Объединенных Наций. Ну вот, вот вдумайтесь, да, что приходится делать для того, чтобы защитить правильную трактовку устава Организации Объединенных Наций. Надо формировать группу друзей устава ООН. И на это пошли. В том числе в авангарде этой работы идет Республика Беларусь. С ОБСЕ сложнее. С ОБСЕ, конечно, сложнее. Здесь предпринимаются такие попытки Западом, которые могут привести к уничтожению этой организации. В текущем году мы выявили в Минской и Гомельской области факты того, что выбрасываются на помойку пригодные к употреблению вакцины против ковида. 6405 упаковок обнаружены на свалках и мусорниках в Гомельской и Минской области. Начинаем разбираться, возбуждены уголовные дела, будет дана правовая оценка, но пока предварительно на поверхности лежит погоня за показателями по вакцинации населения. Только по этим двум фактам стоимость препаратов антиковидных превышает 180 тысяч рублей. Система здравоохранения, товарищ президент, одна из самых коррумпированных сфер. Только по итогам прошлого года и текущего уже возбуждено более 60 уголовных дел. Речь идет не только о взяточничестве, не только о использовании служебным положением, но и о том, что в ряде случаев, и оценка правовая будет дана в ходе расследования уголовных дел, главные врачи учреждений здравоохранения используют выделенные по вашему поручению денежные средства, так называемые ковидные, для решения своих вопросов. В частности, отдельные главврачи учреждений здравоохранения города Минска и их, скажем так, заместители, руководители структурных подразделений установили себе ежемесячные выплаты в размере за счет этих денежных средств до 700%, а те медсестры, которые как раз-то и работали в ковидных отделениях, 27%,
29%. То есть это как издевательство какое-то над людьми, которые непосредственно работают в красных зонах. Конечно, мимо этого пройти было нельзя, но надо сказать, что вот эта разница там 700% в отношении административного, будем говорить так, управленческого персонала и 25-30-40% в отношении непосредственно медицинских работников, но это такой вот единичный яркий факт, который был вскрыт, обнаружен. Но ведь, понимаете как, это говорит о том, что да, пускай здесь, допустим, единичный, но если брать в совокупности, тоже известны уголовные дела, как говорят, дело травматологов, да, известное, которое гремело на всю страну. Уже вроде бы после этого какие решения были приняты, ну, должно было как холодным душем, наверное, обдать и все стать на свои места. Но вместе с тем, уже после этого возбуждено, опять же, уголовное дело, когда врачи получали вознаграждение от коммерческой структуры якобы за чтение лекции, а по факту, там примерно 60 человек, а по факту за то, что советовали людям купить определенное лекарство, которое не было безопасность и клинический эффект, от которого не были подтверждены, доказаны в стране, им выплачивалась, ну, фактически, то есть вот эта сумма как за оказание содействия, то есть, грубо говоря, от дела травматологов не сильно отличалась. Вот. Этот случай, потом у нас же есть случаи другие, когда, допустим, где-то оформляется работа на там полставки, полторы, дополнительно работа фактически не делается. Опять же, всему этому дается правовая оценка. Есть случаи, когда отдельные работники, допустим, аптеки, совершали хищение лекарств на значимые суммы, достаточно значимые суммы. Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческой структуры, которая специально создана для того, чтобы закупать изделия медицинские и медтехнику для потребностей системы здравоохранения. Так вот, зная о том, что определенное изделие не было пригодно и не показывало тот результат, вместе с тем закупалось, продавалось. Из таких вот случаев складывается, конечно, впечатление о том, что должного порядка дисциплины вот, ну, зачастую его нету, к сожалению. И понимаете, когда вот это эти примеры, которым будет дана уголовно-правовая оценка. Если мы говорим про те же очереди, да, когда стояло на протезирование, у нас сегодня стоит на протезирование крупных суставов порядка 27 тысяч человек. Значит, люди стояли, были случаи, когда не имели оснований для того, чтобы стояли. Людей не уведомляли о том, что подошла твоя очередь. То есть, вот, пример, в Минской области женщина 11 лет, порядка 11 лет стояла на очередь на замену сустава. Ну, вот она добропорядочно, честно стояла на этой очереди 11 лет. А потом прокуроры установили, что ну, такая очередь уже давным-давно должна была бы подойти. Ну, вызвали эту женщину, сделали ей операцию, все там хорошо. Так вот, даже ну, где-то вот такие вещи, как уведомить человека, сверить этот список учета, обновить его, снять людей, которые умерли. И это вот, ну, очень много таких моментов. То же самое касается платных услуг. Ну, в принципе, как показывала СМИ на совещании, этот вопрос особо не касались его, но платные услуги. Мы в представлении, внесенном в Минздрав, говорили о том, что подумайте, ведь сегодня есть много фактов, когда на бесплатной основе, чтобы сделать, допустим, УЗИ, МРТ, КТ, человек должен стоять на очереди и ждать там месяц-два очередь. Платно, ты можешь прийти сюда же и сделать это в течение там недели-двух. Да, зарабатывать деньги внебюджетные надо, потому что за этот счет можно где-то оказать помощь, поддержать врача, можно закрыть текущие потребности в каких-то вещах, где-то какой-то ремонт сделать и так далее. Но ведь это оборудование, которое преимущественно все куплено за бюджетные деньги и куплено для того, чтобы оказывать помощь гражданам.
Так почему сегодня человек, у которого есть деньги, он может сделать быстрее, чем тот, у которого нет, и он будет стоять ждать? Прежде чем обвинять нас в конфронтации этого конфликта, расширении, надо вернуться за стол переговоров. Взять, не тот документ, новый, для того, чтобы остановить войну. Много сейчас говорят контрнаступ и так далее. Но в любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Делается это по разным причинам. Во-первых, конечно, это сбор средств и вооружений в первую очередь для того, чтобы, скажем так, западные партнеры, сателлиты США раскошелились, для того, чтобы не пропал у них интерес к теме Украины, а он в целом, этот интерес все-таки несколько снижается, несмотря на то, что уже где только не побывал Зеленский, даже хотел выступить на Евровидении, да, но не пустили там, вот как-то удивительно. Европейцы в первый раз проявили какую-то, стали действовать в рамках того устава, который есть у Евровидения, потому что это песенный конкурс. А так даже вот недавно побывал на саммите Лиги арабских государств. Но чисто формально его послушали. Вот. То есть идет большая игра, переустройство мира. И обратите внимание, арабские страны в последнее время, с учетом изменившейся или скорректированной, сформулирую так, позиции Саудовской Аравии, конечно, стали несколько отдаляться от Запада, от Соединенных Штатов Америки. Поэтому и более успешно прошел саммит Лиги арабских государств. И с 2011 года восстановлен статус Сирии. ВЛАГ, и президент Асад сумел принять участие в этом саммите. Все слушали, Асад демонстративно снял наушники с переводом и не стал слушать Зеленского. Асад, наверное, как раз один из немногих лидеров сегодняшнего мира или государства, который понимает истинную ценность вот тех слов, которые говорит Зеленский. И понимает, можно ли доверять Соединенным Штатам и их сателлитам. Поэтому ситуация с контрнаступом это конечно, больше тактическое, наверное, действие. Но и обратите внимание, когда Российская Федерация наносит новые массированные технологические удары, то почему-то Зеленский не оказывается в Киеве. А он где-то выступает, или куда-то едет, или где-то выступает. Такое совпадение, назовем это.